Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители 11 канала. Я Александр Федосов, ведущий программы «В центре событий». С удовольствием представляю нашего гостя, гостя эфира 11 канала. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Васильевич Зуев. Михаил Васильевич, приветствую. Добрый день. Михаил Васильевич, наш год, который мы сейчас заканчиваем, переживаем, он во всех отношениях год особенный. Начать беседу мне бы, конечно, хотелось все-таки с той темы, которая так или иначе прошла через весь год и продиктована отчасти информационной повесткой компании Яндекс. Позвольте, я зачитаю. На основе данных поисковых запросов Яндекс составил рейтинг главных слов уходящего года. В 2020 году главными словами, которые пользователи запрашивали чаще остальных, стали «карантин», «пропуск» и «конституция». Ну и, конечно, мой вопрос, он напрашивается. И этот вопрос сейчас во всех форумах, так или иначе, пользователям интернета задают. А каков ваш пул слов, та самая тройка? И, кстати, скажу вам, что практически везде модераторы этих дискуссий делают приписку, что нецензурные слова «просьба» не употреблять. Вот в отношении того, что мы пережили, у вас никогда не хотелось крепкое словцо применить? И все-таки какие три слова от управляющего директора? Насчет крепких слов я, конечно, в этом плане не мастак. Вот, к счастью, в своей работе я не употребляю подобных выражений. Для этого периода вот самое главное было, конечно, не остановить завод. Ну, ситуация критичная, это мы все понимали. Поэтому каждый день в 9 часов утра мы начинали наше общение в режиме онлайн со всеми руководителями производства. Значит, и, естественно, начиналось оно с того, что мы анализировали, что произошло за прошедшие сутки, сколько людей у нас заболело, где у нас становится узкое место, какие меры мы еще не предприняли. И, конечно, если говорить о направлениях работы, тремя словами, наверное, значит, их не опишешь. Это дисциплина – самое главное условие, чтобы побороть эту беду. Персональная ответственность. Вот это были три основных выражения, которые я повторял каждое утро, ведя производственное совещание в режиме видеоконференции. Следующая тема, которая нас беспокоила, это загрузка производства, поэтому следующие два слова, касающие этого направления, это загрузка, заказы. Загрузка, заказы – это каждый день. Вопросы финансирования в этих условиях тоже были главными. Надо было обеспечивать производство, выполнение тех заказов, которые мы получили. Поэтому бюджет, финансирование, кредитная нагрузка – это тоже каждодневная тема. Ну и, естественно, трудовой коллектив. Это главная забота, как сохранить трудовой коллектив в этих условиях, как сохранить рабочие места, как обеспечить своевременную выдачу зарплату, решить какие-то социальные вопросы. Поэтому в этом направлении три основных слова. Значит, это зарплата, коллектив, соцответственность. Вот я бы так охарактеризовал, значит, тот набор слов, которым я пользовался каждый день, потому что это главные проблемы, и это основа всего, что необходимо было сделать, потому что в априори решить вот эти 3-4 направления, значит, как побороться с инфекцией, как обеспечить загрузку производства, как профинансировать текущую деятельность и как позаботиться о трудовом коллективе. Вот и получился самый настоящий словарик даже от управляющего директора. Тремя словами никак не обошлись. Ну, если абстрагироваться от ковидной, попробуем сейчас это сделать впервые, от ковидной составляющей и посмотреть объективно на пережитый год, ведь у нас на самом деле было немало запоминающихся событий. Одно из главных, вот я себе в поминальник написал, первое, что приходит на ум, это, конечно, пуск и освоение оборудования современного термоотдела в трубопрокатном цехе. Масштабные акции в честь 75-летия Великой Победы. Юбилей такой, вот он один. И мы его достойно отметили, несмотря ни на что.
10-миллионная тонна северской электростали. Трудовой коллектив действительно прилагал максимум усилий для того, чтобы, ну, не соскользнуть, да, сделать все так, как полагается, как он и привык делать. Вот о том, что удалось сделать. Ну, уважаемые коллеги, прежде всего я бы сказал о тех условиях, все-таки, в которых мы работали. Это были особые условия. Мы пережили сложнейший год. И я думаю, что это все понимают, кто был в производственном процессе, кто каждый день выполнял свои обязанности. Ну, во-первых, год начался с того, что мы видели, как просели цены на нефть. Серьезнейшим образом просели цены на нефть. Мы видели, что изменяется курс доллара, а мы с вами все-таки интегрированы, значит, в мировую экономику, мы пользуемся материалами с внешнего рынка, запчастями с внешнего рынка, то есть мы постоянно в какой-то степени зависимы от курса доллара. Ну, естественно, наши уважаемые партнеры, нефтегазовый комплекс, они, поймав такую ситуацию, значит, приняли серьезные корректирующие действия по своим, так сказать, перспективным вопросам. Они прекратили инвестиции, прекратили разведочное бурение, отменили капитально-реконструктивные ремонты и так далее. Поэтому это поставило нас в условиях, что возник дефицит заказов. Значит, естественно, для нас было в этой ситуации найти такие решения, значит, которые бы позволили нам, с одной стороны, значит, выстоять и выполнить все те задачи, которые максимально возможно в этих условиях. После того, как мы проработали начало года, в марте месяце, значит, руководители компании, а планы у нас вообще-то были наполеоновские на этот год, руководители компании, понимая, что изменились серьезно условия на рынке, произвели корректировку тех задач, которые перед нами стояли. Но и выполнение этих задач, оно потребовало очень серьезного отношения всего трудового коллектива, чтобы их выполнить. Во-первых, программы снижения издержек. В этой ситуации, естественно, стоял вопрос, что поскольку падают объемы производства, надо оптимизировать численность. Но потерять трудовой коллектив, хотя и частично это не наш метод, значит, мы попытались найти такие решения, которые позволили нам прежде всего сохранить трудовой коллектив, сохранить каждое рабочее место, потому что для любого работника завода это главное. Да и для города главное это рабочие места. Поэтому нам пришлось идти на непопулярные меры, мы, оптимизировав наши затраты, в том числе, значит, оптимизировали и фонд оплаты труда, этого требовали обстоятельства, поэтому вынуждены были пойти на неполную рабочую неделю. Части трудового коллектива – это практически 30%. Это истина, как она есть, это неприятные вещи, коснулись очень многих. Значит, и естественно, это было, может быть, главное переживание для меня как руководителя, что страдают члены трудового коллектива. И в этих условиях было мобилизовано, значит, мобилизованы все усилия, значит, наших руководителей, рядовых работников, чтобы мы посмотрели и составили программы оптимизации затрат, значит, таким образом, чтобы все-таки адаптировать их к существующим объемам производства. Сильно поменялся ассортимент. Мы практически с наших традиционных типоразмеров ушли в самый низ, стали, значит, выпускать массу труб малого диаметра, опустившись до 168. Это другие тонны, это другая технология, которая для нас не совсем, так сказать, освоена была, но мы это сделали. И вот в этих условиях, значит, мы начали выполнять те задачи, которые поставлены. Конечно, я здесь должен сказать прежде всего о выполнении производственных показателей, но еще на один момент хотел бы обратить внимание. Рынок так, в общем-то, изменился, что мы поимели еще одну проблему. Очень серьезно возросли цены на сырьевые ресурсы. Значит, практически за год цена на лом поднялась на 43%. Значит, цена на штрипс для трубосварочного производства на 36%. На ферросплавы порядка 30%. И вот в этих условиях, естественно, мы должны были бы поднять цены на свою трубу, но рынок не воспринимает этих цен.
Мы всегда после изменения рыночных цен на сырьевые ресурсы, значит, примерно там 4, 5, а иногда и 6 месяцев отрабатываем увеличение этих цен, пока рынок откликнется на изменение цен на нашу продукцию. Поэтому, к сожалению, на бесшовные трубы у нас цена поменялась всего на несколько более 4%, но на сварные трубы порядка 22%. Но, тем не менее, мы потеряли очень серьезно маржинальность своего бизнеса, именно исходя из изменения рыночных условий. Поэтому очень важно было, чтобы весь коллектив, мобилизовавшись, дисциплинированно, ответственно, выполнял те задачи и, самое главное, с минимальными издержками. И это удалось, поэтому мы сделали. Мы практически сегодня, если говорить о выполнении производственной программы, то мы, заканчивая год, значит, можем сказать, что откорректированную программу в марте мы практически выполнили. Значит, у нас программа была рассчитана, общая отгрузка трубной продукции на 675 тысяч тонн. Значит, мы практически ожидаем, что где-то порядка 703 тысяч тонн трубной продукции мы отгрузим в этом году. Это практически выполнение где-то порядка 104% той программы, которая, того плана, который нам был установлен. Не дотянул несколько трубопрокатный цех, где-то порядка 9 тысяч тонн. Но причина здесь не в трудовом коллективе. Трудовой коллектив делал все, что он мог в этих условиях. Значит, это причина недозагрузки, отсутствие заказов. Поэтому несколько даже на этот объем производства, он был 440 тысяч тонн, значит, нас все-таки несколько не догрузили. Поэтому процент выполнения плана порядка 98%. По трубосварочному производству здесь, слава богу, акционер принял очень радикальные такие решения. Значит, заставил делать невозможный торговый дом. И нас загрузили, и мы относительно планового задания, по сути дела, значит, при плане 170 тысяч тонн мы отгружаем где-то порядка 192-193 тысяч тонн. То есть здесь выполнение программы 113%. Значит, по ТМК КПВ, значит, здесь тоже у нас порядка 120% перевыполнения, тоже были обеспечены заказами. Значит, другое дело, что экономика в трубосварочном производстве не совсем получалась, но тем не менее, значит, с учетом торговой наценки, значит, экономика получалась для компании приемлемой. Абсолютно стабильно и надежно сработал сталеплавильный цех. Значит, я скажу, что практически в очередной раз, значит, было покушение на миллион тонн стали. Немножко не дотянули. 990 тысяч тонн мы видим, 990. Значит, одну, две, вот где-то так мы заканчиваем год. И это стопроцентное выполнение первоначального плана. Первоначальный план у нас был 983 тысячи. Поэтому сталеплавильщики, как всегда, сработали надежно. Надежно, и все получается. Но если говорить в целом по объемам производства, то я вам скажу, что, тем не менее, от 2019 года мы все равно просели где-то в районе 10%. То есть то наше желание шагнуть от 2019 года много выше, оно, к сожалению, не исполнилось, и мы относительно 2019 года упали в районе 10%. Я в целом говорю, прежде всего, по отгрузке трубной продукции. Но, значит, сталеплавильный работал, они сверх плана, значит, отгрузили заготовки для нашего Синарского трубного завода, увеличили объем заготовки для своего производства, поэтому здесь у нас все нормально. Вот такая работа в объемах производства позволила нам, по сути дела, практически выполнить те экономические показатели, которые нам были запланированы, исходя из загрузки. Значит, мы имели программу производства по реализации товарной продукции, выручка где-то в районе 51 миллиарда. Фактически мы заканчиваем год, видим, что у нас выручка будет порядка 53. Но условия рынка таковы, что я обращал внимание, что мы зависимы от курса доллара, поэтому только на курсовых разницах мы потеряли где-то порядка 1 миллиарда 200 миллионов.
Поэтому прибыль у нас получилась, к сожалению, со знаком минус, порядка 350 миллионов. Но основной показатель, по которому мы отчитываемся как публичная компания, значит, мы почти выполнили. У нас показатель EBITDA был установлен 5 миллиардов 444 миллиона. Ну, 5 380 предварительно мы видим. То есть практически без малого мы почти выполнили главный экономический показатель. Поэтому надеюсь, что вот окончательные цифры даже несколько улучшат ту ситуацию, о которых я говорил. И, естественно, вот такие показатели, они говорят о том, что даже в сложнейших экономических условиях коллектив мобилизуется, все понимают свою ответственность. Значит, а я всегда говорю о том, что мы все с вами работаем на общий результат, от которого получаем потом благо. Неважно, кто это, рядовой работник, инженер, значит, или директор по направлению, мы все работаем ради получения экономических результатов, от которых мы потом получаем и социальное благо, и, естественно, от которых мы потом получаем и уровень заработной платы. Поэтому то, что касается производственных дел, здесь все хорошо. Ну, все относительно. Во всяком случае, я всегда говорю, что трудовой коллектив в любых условиях всегда нацелен на получение максимально возможного результата. И сегодня скажу, что трудовой коллектив сделал все возможное, что можно было сделать в этих условиях. Поэтому огромное спасибо всем заводчанам. Ну, то, что касается наших дел, которыми мы занимаемся помимо основного производства, яркие события, которые в этом году были. Ну, конечно, самое ярчайшее событие – это пуск термоотдела. Я уже говорил об этом, что вот на протяжении полутора десятков лет практически мы шли с вами, значит, по дороге реконструкции, мы перестраивали наш завод, сталеплавильное, трубопрокатное производство, все инфраструктурные наши вопросы. Огромное количество инвестиционных проектов мы реализовали. И вот термоотдел – это финишный объект, который был предусмотрен, значит, стратегической программой реконструкции нашего завода. И вот мы финишировали. Поэтому, конечно, самые яркие впечатления и самая большая гордость, уважаемые коллеги, за наш завод, что мы с вами закончили реализацию стратегической программы перестройки завода. Дальше, значит, точечные инвестиции, приведение в современное состояние и замена того оборудования, которое мы еще не заменили. Прежде всего, это, конечно, наши нарезные мощности, отделочные для первого цеха. Это наши вопросы, связанные с трубосварочным производством. Ну и наши вопросы, связанные с нашей инфраструктурой, которую мы еще не заменили, нацеленной на снижение удельных энергозатрат. Я имею в виду энергохозяйство, которое тоже требует инвестиций. Ну, яркие события – это, конечно, 10-миллионная тонна стали. Я думаю, что мы еще не забыли, как мы последнюю плавку 23 января 2009 года выпускали из мартеновской печи. И вот мы уже в нашем новом электросталеплавильном производстве произвели 10 миллионов тонн стали, значит, которую отгрузили нашим партнерам, Синарскому трубному заводу. Значит, ну вот такие трудовые успехи, круглые цифры, они всегда, конечно, радуют. Но практически, коллеги, около миллиона тонн стали мы производили каждый год. Немножко не дотягивали, поэтому 10 миллионов получилось вот так. На Синарскому трубному заводу мы в этом же году отгрузили практически половину этой продукции. Это тоже круглая цифра нашего партнерства, и она тоже радует. И я скажу, что за все эти годы ни одной претензии со стороны нашего братского завода по качеству нашей продукции не было. Это было гарантировано технологией, но это и гарантировано дисциплиной и ответственностью каждого работника сталеплавильного производства. Социальные объекты. Нам пришлось, конечно, серьезно подкорректировать наши планы в этом направлении. Мы всегда говорим о том, что в каждый календарный период, на каждом направлении работы, на каждом объекте мы стараемся делать позитивные улучшения в силу наших экономических возможностей. Экономические возможности этого года, они были
сложны. Естественно, мы должны были подкорректировать свои планы, но ключевые вопросы были профинансированы. Прежде всего, это термоотдел. Значит, из социальных проектов самый большой проект для нас был это детский лагерь. Мы реконструировали, а вернее перестроили, снесли и построили заново корпус номер один детского лагеря. Это самый лучший корпус из всего, что мы за эти годы перестроили. Я рад за наших детей, потому что там созданы все условия. Там и душевые, там и гладильные, там и игровые, там и прачечная, там все есть. Поэтому вот тот уровень нашего детского лагеря, который хотелось бы продолжить. У нас осталось уже не так много, почти 80% объектов мы перестроили. Поэтому дети – это святое, этот вопрос мы, естественно, дорешали, но, к сожалению, пандемия не позволила его обновить, и детей мы туда в этом году не заселили, дети наши там не отдыхали. Второй яркий вопрос, который я бы поставил на особицу, поскольку мы его тоже частично финансировали, это реконструкция стадиона. Да, инициатива – дело серьезное. Мы проявили в свое время инициативу, мы сделали проектную документацию, мы взяли часть объекта, часть затрат на себя и администрация, значит, управление капитального строительства администрации, значит, сделали все для того, чтобы у города появился такой прекрасный стадион. Мы свои обязанности тоже выполнили. И, конечно, это серьезнейшее сооружение, которое с новым сезоном будет эксплуатироваться. Я думаю, что создана прекрасная материальная база для развития массового вида спорта, легкой атлетики во всех его направлениях. Очень хотелось, чтобы такой объект в городе Полевском появился, и вот он появился. Поэтому я выражал свои эмоции по этому поводу. Как бывший спортсмен, очень рад, что у наших детей, у наших молодежи есть такой прекрасный объект. Дальше надо только с любовью заниматься с самым популярным видом спорта, ну и достигать спортивных результатов. Очень бы хотелось, чтобы на этой базе выросли действительно знаменитые спортсмены, которые прославят наш город. Но 75 лет Победы – это на особицу. Мы серьезно готовились к этой дате, хотели провести массу мероприятий. И несмотря на пандемию, мы нашли варианты, которые позволили нам вот так по участкам, как бы по отдельным цехам, по отдельным подразделениям завода провести все-таки, значит, ту акцию, которая как бы необходима была, она была затребована всем коллективом, у каждого человека, значит, была потребность в этом празднике, и мы его сделали. Конечно, это тоже ярчайшее событие. Но другое яркое событие, которое произошло в городе, но мы к нему тоже приняли какое-то участие, это реконструкция в южной части улицы Карла Маркс. Я думаю, что не все горожане знают о том, что начало этому проекту тоже было сделано при участии завода. Значит, мы серьезно помогли администрации, значит, разработать эту проектную документацию, значит, подключили партнеров, которых мы оплатили. И очень хорошо, что наконец на юге, значит, появился вот такой как бы центр, от которого можно дальше продолжать эти созидательные процессы. Очень рад, что такое начало положено на юге. Поэтому, естественно, со своей стороны мы в этих вопросах обязательно будем дальше поддерживать такие проекты. И я честно скажу, что это не секрет уже. Значит, следующий проект, который мы сегодня помогаем готовить также проектную документацию, часть из нее мы сделали своими подразделениями, нашим проектным отделом. Часть снова подключаем специализированную организацию, которая поможет нам доработать проект. Это будет снова проект, который должен участвовать во всероссийском конкурсе. Значит, на получение того гранта, который бы позволил нам профинансировать этот проект в целом. Это не секрет, это будет центральная улица северной части города, улица Коммунистическая, которая тоже давно, значит, хотелось бы, чтобы ее привели в современное состояние. Поэтому вот при общей поддержке, значит, при желании уважаемых граждан, каждого гражданина города, значит, который хотел бы оказать поддержку в преобразовании города, значит, естественно, при основной поддержке градообразующего предприятия,
мы с вами способны преобразовать наш город в очень комфортное место проживания. И я рад, что я принимаю участие, значит, и заводчане в целом, значит, в благоустройстве нашего города, да и в реализации вот таких серьезных проектов. Шаг за шагом, значит, мы действительно преобразуем наш город. Ну, подготовка школ – это святое дело. В этом году все наши уважаемые партнеры, кто входит в попечительский совет, значит, ну, в массе своей, это, конечно, руководители наших цехов, мы постарались, чтобы у наших детей, значит, были с началом учебного года созданы все условия, поэтому в ремонте школ мы, как обычно, традиционно, приняли самое активное участие и, естественно, вложили довольно серьезные деньги в материальное обеспечение. Ну, коронавирус перед нашим управлением образования тоже создал серьезные условия перейти на дистанционное обучение. Здесь не обошлось без нас. Значит, и мы понимали, что никто, кроме нас, этого не поможет. Да, отдельные предприниматели тоже оказали какую-то поддержку, но Северский трубный завод, значит, все, что не хватало в отношении, значит, наших современных средств коммуникации, это были планшеты для детей, которые не могли родители обеспечить, значит, мы купили планшеты, чтобы, значит, дистанционное обучение было доступно для этой категории учащихся. Ну, я скажу, что вот эти яркие события, несмотря на сложности, я могу говорить еще много о тех преобразований, может быть, не более, наименее значимых, но считаю, что мы с вами, основной лозунг, которым мы руководствуемся, в каждый календарный период, в каждом направлении работы обязательно позитивное улучшение в силу наших экономических возможностей. Мы его соблюли. Но сделали меньше, чем хотелось бы, чем было в наших планах, но лозунг сохранили. Год у нас, конечно, нестандартный. По крайней мере, вот то, что вы сейчас перечислили, это всецело подтверждает, и причем совершенно не в негативном, а в позитивном ключе. Тем не менее, год нестандартный, и нестандартная у нас сегодня программа с вами. От привычного алгоритма ее отличает то, что в ней предполагаются живые вопросы от заводчан. Какие-то подразделения очень активно приняли участие в этой акции, какие-то нет. Ну, вот те, что приняли, я предлагаю вот прямо сейчас послушать и посмотреть. Вопрос из электросталеплавильного цеха. Уважаемый Михаил Васильевич, я работник электросталеплавильного цеха Трапезников Михаил Алексеевич. Хотел бы узнать о перспективе работы нашего цеха на 2021 год, а также о работе социальных объектов и нашего оздоровительного лагеря «Солнцегородок» на 2021 год. Все очень вытекает из того, что вы сейчас только что сказали. В принципе, понятные абсолютно вопросы. Перспектива сталеплавильного цеха, она понятна. Мы с вами достигли некого совершенства по освоению этой мощности. Значит, мы готовы сегодня работать на уровне 1 000 000 тонн стали в год. Это наша максимально проектная мощность. Значит, ну, самое главное, чтобы был потребитель. Поэтому, исходя из объема, который запланирован для нашего трубопрокатного цеха, который запланирован для Синарского трубного завода, а мы планируем, что, значит, естественно, следующий год оптимистично мы смотрим и хотели бы, значит, увеличить объемы производства. Поэтому я скажу, что мы планируем по сталеплавильному цеху произвести 982 тысячи тонн стали. Это немножко меньше, чем мы произвели нынешний год, но это хорошая цифра, это близко к нашей проектной мощности. И я полагаю, что если мы найдем еще потребителя стороннего, кроме Синарского завода, то, естественно, те там 15-18 тысяч тонн, которые мы способны произвести сверхплана, мы их можем тоже реализовать. Я считаю, что цех работает и будет работать на проектной мощности. Значит, трубопрокатный цех, уж скажу попутно, значит, должен произвести 465 тысяч тонн. Это прирост к нынешнему году 107,8% к ожидаемому результату. Трубосварочное производство 220 тысяч тонн мы планируем. Это прирост 114%.
И ТМК КПВ 85 тысяч тонн. Это прирост порядка 7%. Значит, естественно, объем товарной продукции у нас достигнет с вами рекордных таких показателей. Значит, мы планируем, что в целом объем реализации товарной продукции на Северском заводе перешагнет 60 миллиардов рублей. Это ежемесячная реализация порядка 5 миллиардов. Так высоко мы еще никогда не работали. Конечно, эта цифра говорит не только об объемах, но инфляционные ожидания, они тоже вкладывают, значит, свой вклад в формирование этой цифры. Это довольно серьезно. Естественно, исходя из таких объемов производства, значит, из такого объема реализации, мы планируем, что у нас будет получено, значит, серьезная чистая прибыль, которая позволит нам продолжать решать социальные вопросы. Значит, и главный показатель, значит, EBITDA по международной системе финансовой отчетности достигнет почти 7 миллиардов рублей. Значит, это примерно 130% к нынешнему результату. Как видите, оптимизм в наших прогнозах есть. Мы прекрасно понимаем, что наши проблемы, коронавирус и изменившиеся экономические условия, они не кончатся декабрем месяцем. Они будут какое-то время продолжаться, но в целом мы ждем позитивных изменений и рассчитываем, что мы будем работать, значит, максимально возможный результат, который мы сможем в тех или иных условиях достигнуть. Поэтому вот такие, значит, наши планы на следующий год обозначены. Ну, то, что касается сталеплавильного цеха, перспектива одна. Работать эффективно, осваивать новые марки стали. Значит, тем более, что мы такую работу ведем. И ведем ее для того, что, получив распоряжение новый современный термоотдел, мы несколько корректируем химсостав наших сталей, а свойства получаем за счет эффективной термообработки. Поэтому будем продолжать этой работы. Ну, и, естественно, думаю, что будем выпускать только качественную заготовку. Когда у нас все, тогда у нас все будет хорошо. Значит, то, что касается социальных объектов, ну, господа, нам бы очень хотелось, чтобы все наши социальные объекты, значит, круглогодично работали, были всегда заполнены посетителями, будь то дворец спорта, лыжная база, дворец культуры, база отдыха, детский лагерь, естественно. Значит, но мы понимаем, что сегодня те ограничения, которые имеют место, не позволяет нам проводить массовые мероприятия, даже с соблюдением масочного режима и всех необходимых там мер социальной дистанции и так далее. Значит, нельзя. Это риск, это риск. Поэтому мы рассчитываем, что по мере изменения ситуации, естественно, и загрузка будет полная, и мы вернемся к той нормальной жизни. Тем более, что предполагаем, что все-таки в первом квартале массовая прививка граждан и работников завода, прежде всего, значит, от коронавируса, она будет проводиться. Поэтому ситуация должна нормализовываться. Мы оптимистично смотрим и поэтому строим такие планы. Поэтому все наши социальные объекты будут работать. То, что касается детского лагеря, вот я уже остановился, что мы там новый корпус построили, да? У нас сейчас из 8 дач 6 перестроены практически. Думаю, что сегодня мы думаем о том, как планировать, делаем проект на реконструкцию, на снос, перестройку, по сути дела, следующей очередной дачи, очередного корпуса. Значит, есть у нас там планы, которые связаны с благоустройством территории в целом, с оформлением территории, с созданием более комфортных условий в нашем детском лагере. Поэтому, естественно, при наличии финансирования, при нормальных экономических показателях мы будем продолжать, значит, завершать реконструкцию нашего славного детского лагеря. И я скажу, что мне, значит, очень нравится, что мы это делаем, потому что, наверное, самая главная миссия, которую завод несет, это создание благоприятных условий для гармоничного развития подрастающего поколения, ну и создание условий, естественно, для отдыха наших детей. Поэтому все у нас в этом плане правильно, и мы смотрим, что этим вопросом мы занимались, занимаемся и будем заниматься. Надо только преодолеть нам вот эту болезнь, которой болеет весь мир. 2020 год. Год во всех отношениях на особицу.
мы его каким запомним? Явно запомним его неблагостным годом. Но встречались ли вы когда-то в течение 12 месяцев теперь с паническими нотками? Было ли что-то такое, что было за гранью? И вообще все, что диктует нам ковидная повестка, ведь это же стоит серьезных денег. На заводе сделано ведь очень-очень много для того, чтобы не допустить массового распространения заболевания. И вот это все очень многое стоит достаточно больших денег. Есть предприятия, которые у нас в областной повестке были отмечены как раз как те места массового заражения граждан. Как вам удалось не допустить лавинообразного роста? Ведь это, по большому счету, ставило крест на всех наших планах. Значит, коллеги, я скажу, что насчет паники, это, конечно, вещь, которую, наверное, она бывает где-то. Но, во-первых, у нас сильная команда руководителей. Значит, в любых условиях мы должны организовывать производственный процесс, быт, значит, на территории, за территорией, таким образом, чтобы жить в этих условиях и продолжать работать. В моей 50-летней трудовой биографии много было таких стрессов, серьезных ситуаций. И я скажу, что мне казалось, что я в этих ситуациях, наоборот, более уверенно всегда действую и более решительно. Поэтому вот вся команда, она такая. Значит, ответственность за коллектив. Да, мы принимали в какой-то степени жесткие меры к нарушителям. Но вы же понимаете, сколько надо было решить вопросов, чтобы, значит, быстро отреагировать и создать приемлемые условия. Все, что рекомендовал Роспотребнадзор, мы в кратчайшие сроки внедрили. И сегодня мы уже, наверное, привыкли и не представляем, как это можно, значит, пройти через проходную, значит, и температуру вам не померяют, это уже обычное дело. Как обойтись без санитайзеров, как обойтись без очистителей воздуха, как обойтись без того, что у нас системно делается дезинфекция всех помещений, как мы изменили график уборки всех производственных помещений и бытовых, и всех социальных объектов и так далее, значит, наших административных зданий. Мы сделали все для того, чтобы внутри коллектива не было распространения. Коллеги, конечно, самые серьезные вопросы, которые нам пришлось решать в прошедший календарный год, это вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Мы понимали, что в целом и город не готов, и завод не готов, и необходимо было в кратчайшие сроки решить эти вопросы. Естественно, значит, решая заводские вопросы, а мы, я уже говорил о том, что мы вынуждены были потратить серьезные деньги на установку тепловизоров на каждой проходной, установку санитайзеров, установку очистителей воздуха, обеспечение масками и перчатками, дезинфекция помещений, особый график уборки, обеспечение социальной дистанции, экраны разные и прочее, прочее. Значит, и решая эти вопросы, мы тут не считали деньги, что мы, сколько тратим, сколько там чего купили, кому это выдали. Но скажу, что только для решения вот этих вопросов практически порядка 30 миллионов мы потратили практически одномоментно. Но понимали, что надо помогать и горожанам, и городской больнице. Поэтому, естественно, мы покупали партии там 125 тысяч медицинских масок. Значит, в мае 39 тысяч пар перчаток, в июне 1320 защитных комбинезонов, в июне 2020 года 450 защитных экранов для лица, значит, в июне 2020 года 10 бактерицидных рециркуляторов воздуха, значит, в декабре 4000 респираторов, значит, в декабре 18 кислородных концентраторов,
Значит, кроме того, в комплексный центр социального обеспечения населения для оказания помощи пожилым и инвалидам были переданы 45 медицинских многофункциональных кроватей, ну и так далее. Естественно, управление образованием пришлось тоже помочь решить ряд вопросов, в том числе вот 52 планшетных компьютера для организации дистанционных обучений. Вот, ну, масса вопросов, которые вылились тоже в достаточно крупную сумму денег. Значит, кроме того, мы же являемся учредителями благотворительного фонда «Синар». Значит, масса вопросов через благотворительный фонд «Синар» были решены, в том числе для Свердловской области в целом. И надо сказать, что здесь всегда было желание помочь решить какую-то проблему, которая бы позволила все-таки взять ситуацию под контроль. И общими усилиями это удалось. Значит, практически мы решали параллельно и заводские, и городские вопросы, и вопросы городской больницы. И надо сказать, что мы в сотрудничестве работаем постоянно, и думаю, что это позволяет нам, значит, иметь более-менее приемлемые результаты. Практически ведь наши медики, надо сказать им огромное спасибо, не только медицинские работники города, но и медицинские работники нашей заводской поликлиники, значит, работали и продолжают работать, значит, с контактными людьми с коронавирусом. И, естественно, нам очень бы хотелось их поддерживать. Поэтому вопросы материальной поддержки персонала, который работает в нашей поликлинике, это мы решаем в наших руках, что называется. Вопросы поддержки, значит, городских медработников, как-то выразить им слова благодарности, мы с вами выразили в том, что всем, кто работал в красной зоне, предложили отдохнуть семьями на нашей базе. Значит, это достаточно большое количество человека дней получилось, поэтому это вот наша благодарность нашим медикам. Порядка 150 человек. Да, порядка 150 человек. Поэтому мы делаем это и понимаем, что кроме нас, значит, здесь в городе такой поддержки оказать никто не может, поэтому понимаем свою ответственность. Тем не менее, можно ли говорить о том, что вот эти вот кризисные явления, с которыми мы коснулись, они, ну, по большому счету, не отразились на профессионализме заводчан? Вот в моем поминальнике, как раз в шпаргалке, несколько событий, несколько поводов. Это, вот смотрите, они касаются молодых людей преимущественно. Новость о том, что два сталевара СТЗ заняли первое и второе место в своей группе по итогам международных соревнований сталеплавильщиков. Steel Challenge. Этот факт, конечно же, нас всех тут приятно поразил в Полевском. Можете назвать имена лучших? Вот что следует отметить особо, несмотря на коронавирус, наша работа в отношении повышения квалификации не останавливалась ни на минуту. Есть корпоративный университет в компании, есть базовые учебные центры, как наш центр профессионального образования. Есть программы, которые разрабатываются, поэтому совершенство той или другой категории трудящихся в получении той или иной, значит, компетенции дополнительной, они идут постоянно. Они идут, по сути дела, ежедневно. Благодаря современным средствам коммуникации, значит, многие получают дополнительные знания, дополнительные компетенции. В том числе наши руководители. У нас есть часть руководителей верхнего уровня, которые учатся, значит, по отдельным целевым программам в нашем федеральном университете. Отдельные целевые программы, которые в Московском государственном университете читаются. Это вещи сегодня доступны, они выполняются дистанционно в основном. Поэтому, значит, мы здесь продолжаем совершенствоваться. Но и особо наши молодые, конечно, специалисты. Ведь надо сказать, что несмотря ни на что, вопреки всему, мы сегодня все-таки в этом году провели международный молодежный форум нашей творческой молодежи. Я имею в виду, значит, молодежи, которая участвует у нас, значит, в международном форуме молодых специалистов.
Поэтому я рад, что у нас есть такие возможности, и думаю, что это одна из таких привлекательных черт трубной компании, завода в частности, что можно постоянно, значит, совершенствоваться в этих вопросах. И вот, конечно, наших два молодых специалиста, значит, Столивара, были признаны лучшими столиварами, значит, на чемпионате мировом, значит, который проводится по регионам. Наш регион – это Европа, европейские металлурги все участвуют, и Африка, в том числе и Южная, естественно. Вот, и когда участвуют там сотни специалистов, и наши столивары, значит, получают первое и второе призовое место, это говорит о том, насколько совершенны наши знания в управлении технологией. А соревнования там производятся таким образом, что в течение суток они работают, плавят сталь, разливают, значит, получают конкретное свойство стали, значит, и с конкретными затратами. Так вот, мы получили, реализовывая наши программы, система менеджмента качества, система бережливого производства, значит, выполнение за каждый календарный период программы оптимизации наших затрат, оказалось, что наши специалисты в этом плане готовы и оказались лучшими. Конечно, это приятно, потому что это говорит в целом об уровне квалификации. Российские металлурги, значит, в лице северских металлургов оказались лучшими. И поэтому приятно мне поздравить, что у нас, значит, два наших специалиста, Александр Несмеев и Николай Столбов, заняли первое и второе место. Но мы же славны не только столиварами. Значит, у нас есть лауреат премии правительства, значит, удостоенный премии на правительство в области науки и техники для молодых ученых за внедрение производства цифровых двойников. Это была сборная команда, которая состояла из специалистов, молодых специалистов Роснети, значит, других заводов. Там и работники компании были, и работники Волжского трубного завода, но и работник Северского трубного завода, начальник технологического бюро трубопрокатного цеха Алексей Пьянков. Поэтому стать лауреатом премии правительства Российской Федерации, значит, среди, значит, молодых ученых, это очень приятно. Поэтому это высокий интеллект, высокая нацеленность. Вообще, надо сказать, цифровые технологии сегодня, они позволяют молодежи очень сильно, значит, выглядеть на фоне там уже мудрых, умудренных опытом специалистов. Потому что все-таки цифровые технологии – это удел молодых прежде всего. Поэтому, если посмотреть наших специалистов, они действительно сегодня способны решать любые вопросы. Ну и наши уважаемые победители молодежной научно-практической конференции, значит, это тоже особая гордость. Ведь мы с вами там одно-два места проигрывая «Волге» призовое, значит, но «Волга» в два раза больше Северского завода. Это говорит о том, что у нас тоже молодежь, значит, старается самоутвердиться и серьезно готовится. Причем все темы, которые они разрабатывают, это актуальнейшие вопросы, которые внедряются в производство. Поэтому Северскому заводу есть чем гордиться. Но поскольку мы занимаемся с вами не только, значит, заводскими специалистами, но много внимания мы уделяем и детям, вовлекая их вот в такие процессы, там, как молодежная конференция, будь то студенты или будь то учащиеся, значит, политехнической направленности в наших школах. Значит, естественно, видим и их в перспективе. Ну и поскольку мы имеем спортивные объекты, у нас там занимаются дети, я уже говорил, что дети занимаются бесплатно. И когда смотришь успехи наших спортсменов, там тоже есть свои звездочки, там тоже будущее, которым можно будет гордиться. И волейболисты прекрасные есть, и пловцы, и практически баскетболисты, и лыжники, и все у нас есть. Поэтому я не случайно всегда напоминаю о том, что мы стараемся создать в нашем городе условия для гармоничного воспитания подрастающего поколения. Поэтому, ну, уж приятно посмотреть, вот там ребята стали кандидатами в мастера спорта, вот по хоккею с мячом стали чемпионами области, взрослая команда, детская команда, значит, тоже отличается успехами. Футбол добавили, команду омолодили, значит, возвращаемся обратно в группу А, в группе Б стали призерами.
Лыжные гонки, баскетболистки, мальчики, девочки, все у нас есть. Поэтому, Александр Петрович, уважаемые коллеги, у нас растет прекрасная смена, и я уверен, что они прославят и наш завод, и город Полевской обязательно. Еще мимо одного факта не могу пройти, яркого факта, яркого события. Бизнес-сообщество Свердловской области. Старейший региональный журнал «Деловой квартал», самый массовый, самый читаемый, самый солидный, признал вас в качестве «Человека года» в номинации «Инвестор года». Что само по себе, конечно, уже для вас, наверное, не в диковинку, потому что 5 лет назад вы уже такое звание получали, правда, в другой номинации «Промышленник года». Но, тем не менее, Михаил Васильевич, несомненно, приятно, ко многому обязывает. Как вы восприняли эту новость? Коллеги, я говорил о том, что наш трудовой коллектив все эти годы совершал очень великие дела. Во-первых, мы перестроили завод. Значит, мобилизовав все свои возможности заводских специалистов, всего трудового коллектива, ресурсы наших партнеров, проектировщиков, монтажников, строителей. И, естественно, вот все там поощрения, которые выдаются директору завода, их следует воспринимать как поощрение трудового коллектива. Мы с вами в этот период неоднократно были отмечены. Приятно было получить, допустим, признание о том, что экологический проект реконструкции Северского завода был признан лучшим экологическим проектом Российской Федерации. Это результат общей работы трудового коллектива. Значит, или, допустим, получили мы с вами премии правительства в области качества. Это результат работы трудового коллектива, многолетний, упорный, система менеджмента качества. Или получали мы премию правительства Российской Федерации за разработку программы реконструкции наших заводов, значит, для получения там конкретных видов продукции, для удовлетворения запросов нефтегазового комплекса. Это тоже коллективный результат. Это же не директор сделал, это сделал трудовой коллектив. Значит, масса вопросов. Да, я был признан промышленником года. Почему? Потому что мы с вами и строили, и работали здорово. Да, ну, руководитель, значит, представляет трудовой коллектив, нам вручен премия. Допустим, была премия за энергосбережение, за лучшие показатели в энергосбережении. Но это же заработал трудовой коллектив. Да, я помню прекрасно, приятно получать там из рук губернатора такое поощрение. Но это заработал трудовой коллектив. Если вы помните, я эту премию тогда решил подарить музыкальной школе, потому что мы им давно не помогали и очень эффективно использовали эти деньги. Они купили массу новых музыкальных инструментов. Ну и то, что касается этого поощрения сегодняшнего, значит, инвестор года. Ну, спасибо нашим акционерам, что они столько инвестируют в завод, а уж организовать производство, значит, строительство новых объектов. У нас есть прекрасный коллектив строителей, у нас есть прекрасное подразделение управления капитального строительства, у нас есть сегодня дирижер всех преобразований, технический директор Владимир Александрович Топоров. Вот это, так сказать, поощрение, которое мы с вами заслужили, но вручено оно директору завода, как возглавляющему этот славный трудовой коллектив. Поэтому, прежде всего, каждое поощрение, которое выдается, я всегда говорю, огромное спасибо трудовому коллективу за то, что он так эффективно работает. Ну, а я, представляя коллектив, получаю вот такие знаки внимания и поощрения со стороны, значит, руководителей нашей области или руководителей там общественных. Приятно еще это ведь потому, коллеги, что в данном случае тут нет субъективизма. Тут объективно совершенно независимое, значит, жюри определяет по конкретным показателям, кто же лучше. Значит, и действительно мы с вами в этом году были лучше, потому что мы с вами закончили реализацию серьезнейшей реконструкции нашего завода. И несмотря на кризисные явления в экономике, мы нынче поставили в этом вопросе жирную точку. Огромное спасибо всем. Предлагаю вернуться к производственной тематике. По крайней мере, к этому призывает наш вопрос нашего телезрителя. Вопрос к снабжению материалами и ремонтным работам. Давайте послушаем. Здравствуйте, я Золотов Василий Сергеевич.
участок по централизованному ремонту электрооборудования УЦРЭО. В ТПЦ-1 постоянно идет модернизация и замена технологического оборудования участка. Для ремонта и обслуживания современного оборудования требуется высокая квалификация, знания и умения ремонтного персонала, а также техническая оснащенность ремонтных служб. Хочу обратить внимание на своевременное выполнение заявок на приобретение современных приспособлений и инструментов для качественного ремонта нового оборудования. Спасибо. Михаил Васильевич, это проблема? Ну, очень хороший вопрос. Я скажу, что я, как инженер-механик с огромным опытом работы, прекрасно понимаю эту ситуацию. Мы с вами действительно построили современные, наилучшие доступные технологии, перевооружили наше производство, но мы не вложили серьезные средства в реконструкцию, значит, нашего ремонтного хозяйства, в создание условий, вооруженность наших ремонтников. Это проблема. Часть вопросов мы, конечно, решили. Вот. Но мое понимание, за что я уже на протяжении длительного периода боюсь, значит, мы, к сожалению, сегодня, когда наш технический сервис вывели за пределы завода, не имеем возможности напрямую заниматься повышением квалификации персонала, значит, омоложением коллектива, естественно, обучением на самых современных, так сказать, технологиях. Могли бы, значит, организовывать бы направление там в техникум ведущих специалистов, чтобы они повышали свою квалификацию, целевые курсы в учебном центре, то есть дирижировать этим процессом. Но, естественно, когда мы имеем возможность, значит, распоряжаться в составе завода нашими средствами, определяя приоритеты в инвестициях, значит, когда в составе завода такое подразделение работает, то, естественно, нам эти вопросы решать проще. А так у нас, к сожалению, ремонтная база, особенно ремонтно-механическая мастерская, да и вооруженность чисто ремонтного персонала сегодня пока отстает. Я скажу, что у нас в механическом цехе есть еще оборудование, которое работает сегодня, а получили мы его по ленд-лизу от американцев. Поэтому вот сегодня в компании идет большая работа. Она касается не только Северского завода, она касается и Синарского завода, и Таганрогского, где были выведены ремонтные службы из состава завода. Значит, о том, каким образом нам обратно, учитывая, что все мы живем в моногородах, значит, оптимизация в ремонтных службах в какой-то степени произошла, надо их обратно возвращать в состав завода. Вот последние два месяца как раз серьезно, значит, обсуждался и решался вопрос о единой структуре на заводах по инженерным службам в целом, в том числе, естественно, и вот по механоремонтным делам. Поэтому рассчитываю, что следующий год все-таки такие преобразования будут сделаны. И мы, эту озабоченность я давно проявляю. И мы обязательно, значит, вплотную займемся теми вопросами, которые создали бы, значит, современнейшую вооруженность для нашего ремонтного персонала. Поэтапно заменили бы то оборудование, которое уже устарело давно, и привели в соответствующее состояние, в соответствующее нашим наилучшим доступным технологиям, технологии ремонтного хозяйства и уровень квалификации и вооруженности ремонтного персонала. Поэтому мы этим вопросом занимаемся, но, к сожалению, он волатилится довольно сильно. Я думаю, что руководитель Полевского технического сервиса прекрасно знает нашу озабоченность, и мы часто эти вопросы обсуждаем. И если уж говорить, то этот вопрос у нас уже, так сказать, волатилится третий год. Но надеюсь, что мы его скоро решим, потому что понимание акционеров компании сводится к тому, что надо вернуть в состав завода, значит, или частично, или полностью эти подразделения, потому что они работают на 100% только на завод. Будем заниматься этими вопросами. Михаил Васильевич, когда мы вели подготовку к этой программе, мы, конечно же, призывали наших заводчан задать свои вопросы, люди задавали, и мы фиксировали, что, конечно, немалая часть этих вопросов касалась производственной тематики, но, естественно, больше, конечно же, социальной.
И вот прямо сейчас я предлагаю посмотреть вопрос, точнее сразу два вопроса от заводчан. Один из них касается помощи работников в приобретении жилья, а другой – работы спортивных сооружений. Здравствуйте, уважаемый Михаил Васильевич. Меня зовут Намятов Евгений. Я работаю ведущим инженером по сварке УЦРЭО. Хочу попросить вас ответить на следующий вопрос. Разрабатываются ли на Северском трубном заводе программы помощи молодым работникам при приобретении жилья? Спасибо за внимание. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Меня зовут Вонских Константин. Меня интересует такой вопрос. Возможно ли скидка на занятия в спортивном сооружении ХАУС ТЗ для работников Северского трубного завода? Заранее спасибо. Интересный вопрос. Значит, коллеги, конечно, мы, когда у нас были более тучные результаты, так выражусь, в экономике, значит, акционеры позволили нам построить ряд жилых объектов, так будем говорить, даже, я бы сказал, поселков, в которых поучаствовала компания в софинансировании. Но мы, значит, построили с вами за эти годы почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Это были и пятиэтажные дома, это были молодежные трехэтажные дома, это были дома типа таунхаус, это было индивидуальное жилье, индивидуальные дома. В наших первых проектах, касающихся индивидуальных домов, касающихся, значит, молодежных домов и вообще участия молодежи, значит, акционеры позволили нам часть ипотечной ставки компенсировать. Это была ипотека под 12%, но 7%, значит, мы компенсировали. И надо сказать, что эти обязательства у тех, у кого долгосрочные кредиты, мы до сих пор выполняем. Значит, не бросили ни одного. Все, кто сегодня, значит, продолжает выплачивать ипотеку, продолжает получать поддержку завода в районе 7% ипотечной ставки. То есть деньги получили под 5%. Но учитывая, что все эти годы инфляционные ожидания у нас были компенсированы ростом заработной платы, то мы понимаем, что эти деньги, значит, превратились уже в несколько более подъемные суммы, которые сегодня, значит, выплачивается. Будем ли мы дальше? С некоторых пор компания приняла решение о том, что заниматься строительством жилья – это не наш бизнес. Мы с вами в этой связи, поскольку компания отказалась, нашли такие решения, как организация кооператива, значит, и выполнение функций застройщика, заказчика. Значит, от имени этого кооператива мы передавали туда проектную документацию, передавали земельные участки. Значит, в соответствии с договором, заключенным с кооперативом, значит, мы выполняли функции заказчика. Ну, все понимали, что вроде де юре это не завод, но де-факто понимали, что это завод организовал, завод контролирует, и завод не допустит каких-то перекосов, как это бывает зачастую, мы видим, как это бывает нехорошо. Все у нас получалось, все нормально. Значит, но без участия компании, значит, и без социальной поддержки. Я полагаю, что мы этот вопрос вообще-то обозначали перед руководством компании, но пока не совсем благоприятное время. Думаю, что надо нам вместе с профсоюзом еще раз обратиться и при нормализации экономической ситуации, я думаю, что к этому можно будет вернуться. Но для этого, значит, мы периодически, там, во всяком случае, раз в год принимаем участие в неких совещаниях, в том числе наши профсоюзные лидеры. Надо такое обращение будет подготовить, но реализовываться оно может только при получении необходимых экономических результатов работы нашего завода и нашей компании в целом. Поэтому хотелось бы поддержать, я бы так сказал, особенно молодые семьи. Я прекрасно понимаю, что сегодня молодежь, значит, когда в семье остается один работающий, другой сидит в декрете, воспитывает ребенка, значит, в этих условиях построить жилье очень сложно. Значит, во-первых, первый взнос делать, во-вторых, выплачивать ипотеку. Поэтому хотелось бы оказать поддержку. Будем над этим вопросом в перспективе работать.
То, что касается социальных объектов, ну, речь идет о спортивных. Вот, коллеги, я вам скажу, что, ну, надо понимать, вот мне как-то задавали вопрос, а что вы берете с заводских денег, вы ведь уже за это заплатили, значит, при посещении. Но я напомню, мы вообще-то на содержание социальной сферы ежегодно тратим где-то 250-300 миллионов рублей. Это все наши социальные объекты. Дворец культуры, дворец спорта, лыжная база, поликлиника, детский лагерь, база отдыха. Дай бог здоровья нашим акционерам, что они позволяют нам на социальные дела тратить такие деньги. Значит, вот те услуги, которые платные существуют, значит, прокат инвентаря, посещение бассейна, значит, еще там ряд услуг спортивных в наших делах, значит, они оплачиваются. Они оплачиваются в том числе работниками завода и сторонними, но это же не компенсирует тех издержек, которые мы несем. У нас есть льготные дети бесплатно, проведение всех детских мероприятий бесплатно, ветераны бесплатно. Значит, и вот, да, детский дом бесплатно, малоимущие бесплатно, и вот таких набирается очень много. Значит, мы их допускаем бесплатно. Это те люди, которые, в принципе, по нашему разумению, сегодня не способны заплатить, ну, а дети – это святое. Вот. И получается, что мы, оказывая платные услуги в поликлинике, во дворце культуры, базе отдыха, в пионерском лагере, значит, в гостинице лыжной базы, мы компенсируем только порядка 23-25% затрат, которые мы по этому поводу несем. Поэтому в сегодняшней ситуации, коллеги, надо понимать, что вы получаете льготную цену. Если бы это не было в составе завода, вы бы за данные услуги, которые вы получаете при посещении, в том числе спортивных объектов, платили бы много больше. Поэтому вот то, что мы можем себе позволить, мы позволяем. То, что не можем, не позволяем. Значит, я думаю, что вы бываете не только на спортивных объектах Северского завода, значит, а вообще их состояние, значит, говорит о том, что вот отзывы сторонних спортсменов, которые сюда приезжают, я часто получаю благодарности, прямо благодарственные письма о том, что какие вы молодцы, что вы содержите, что у вас все так дешево, все доступно и все хорошо. Но, конечно, лучше бесплатно. Но мы с вами живем сегодня в другом обществе, где все стоит денег. Вот есть у нас серьезные компании, которые построили много спортивных объектов. Есть УГМК, например. Но это коммерческие структуры. Значит, все, что они построены, все коммерциализировано. У нас с вами не коммерциализировано. Мы пытаемся хотя бы какую-то часть, а есть же паритет между интересами акционеров, значит, и интересами трудового коллектива. Вот мы этот паритет сегодня видим на уровне 25% затрат мы должны каким-то образом социальных объектов компенсировать. Вот такие дела, поэтому надо понимать эти вещи правильно. Сегодня у нас льготная цена на услуги этих объектов. Михаил Васильевич, ну, на самом деле, мне кажется, это такой контрольный вопрос, потому что большинство граждан города, конечно же, понимает, что человек, который пользуется объектами социальной инфраструктуры Северского трубного завода, он дважды выигрыш. Он, во-первых, и платит совсем не ту сумму, которую они стоят, но, во-вторых, он все-таки приобретает. В случаях с учреждениями культуры это приятные эмоции, в случаях учреждений спорта это, конечно же, здоровье. То есть он в двойной выгоде. Ну, а сейчас бы мне хотелось переориентировать к вопросу, который, по большому счету, задают чаще всего. Мы не станем его выводить на экран, потому что таких задававших достаточно много. Обобщу и задам его я. Что будет, Михаил Васильевич, с зарплатой в 2021 году? Значит, я в начале своего выступления говорил о том, что мы вынуждены были в этом году принимать непопулярные меры. Значит, связанные с падением объема производства. Значит, и думаю, что мы приняли самое правильное решение. Мы не сократили трудовой коллектив, а сокращать надо было без малого 300 человек. Значит, мы пошли на пути, что надо лучше вместе, всей семьей постараться, значит, пережить этот период. Мы его пережили. Как только мы, значит, достигли тех показателей, которые ставила нам компания, мы тут же вернули все, так сказать, в прежнее русло.
Поэтому у нас с 15 числа или с 14 декабря мы перешли обратно на полную рабочую неделю. Значит, в декабре месяце мы полностью вернули все премиальные фонды, которые были в распоряжении руководителей разного уровня. Это коснется практически каждого работника завода. Значит, декабрьская заработная плата, это уже будет отслежено. Вернулся обратно в распоряжение трудового коллектива фонд управляющего директора, начальников цехов. Значит, премия ТМК 5%, которую мы имели. То есть мы это пережили и вернули. Все, сегодня мы работаем, как обычно, со всеми премиальными фондами. Значит, и по полной рабочей неделе. Следующий вопрос, который в этом плане у нас необходимо было решить, и мы вынуждены отодвинуть его, это индексация традиционной заработной платы. Поэтому сегодня вышел приказ о том, что с 1 января, значит, 4% индексации, которая была заложена в этом году, мы вводим с 1 января. Значит, естественно, с учетом того, что тут и праздники длинные и прочее, рассчитываем, что кроме вот этих изменений позитивных, которые мы сделали и вернули все, что должны были по истекшему календарному периоду, значит, рассчитываем, что будет выплачена и 13-я зарплата, значит, которая тоже поможет, так сказать, поддержать бюджет семьи, значит, в январе месяце, когда много нерабочих дней. Что будет, значит, следующий календарный период? Следующий календарный период, 2021 год, значит, предусмотрена индексация заработной платы в районе 5%. Значит, эта индексация будет у нас производиться в сентябре месяце традиционно, поэтому, значит, рост заработной платы должен нам гарантировать, что мы отследим уровень инфляционного ожидания, значит, и даже несколько должны подрасти. Вот то желание, которое у нас было всегда, и я говорил, что у нас хотелось бы, чтобы на Северском заводе, значит, была средняя заработная плата в районе $1000. И только мы к этой цифре начинаем подходить, как доллар от нас убегает. Значит, к сожалению, ну вот такова жизнь, такова сегодня экономика в стране. Значит, не все зависит от нас. При обеспечении стабильности, значит, естественно, мы должны стремиться к росту заработной платы на уровне наших уважаемых европейских партнеров. Но пока не получается. Вот такие мероприятия намечены на следующий год. Наша программа традиционно проходит в канун Новогодия. И, конечно, наши телезрители, заводчане не могли проигнорировать эту тему. Многих интересует, как управляющий директор встречает Новый год, какие в семье традиции. И я вот прямо сейчас предлагаю посмотреть два вопроса, касаемых Новогодия. Уважаемый Михаил Васильевич, коллектив электрического цеха поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья. Наш вопрос. Здравствуйте, Михаил Васильевич. На нашем заводе существует замечательная традиция. Дети работников нашего завода получают пригласительные на новогоднюю елку. Сейчас все костюмы продают готовые. А раньше костюмы готовили родители наши своими руками. Хотелось бы узнать, кем чаще всего наряжали родители вас и какой костюм вам запомнился больше всего и был вашим любимым. Еще, Михаил Васильевич, вопрос, касаемый, его сейчас не включили, вопрос новогоднего стола. Может быть, есть какие-то коронные блюда? Ну, уважаемые коллеги, значит, вы понимаете, что наше поколение росло, в общем-то, в послевоенное время. Поэтому была одна особенность того времени – матери у нас практически сидели дома, занимались детьми, хозяйством. Ну, в рабочих поселках так было. Занимались детьми, хозяйством, значит, и, естественно, заботились о том, как дети пойдут на новогоднюю елку. Это было особое событие яркое. Игрушек тогда тоже было в недостатке. Я помню, что на уроках труда в младших классах мы, как правило, вырезали снежинки, клеили цепочки, делали фонарики, значит, этим украшали елку.
Значит, красивых фирменных игрушек было мало, поэтому украшение классов, украшение елок было в основном... Зато все своими руками. Все своими руками. Очень правильное было дело. Значит, если говорить о костюмах, в которых мы там, ну, в младших классах, как правило, нас родители наряжали, но в первых классах я помню, что там как бы была традиция «мальчики-зайчики, девочки-снежинки». Я думаю, что это во всех школах, наверное, в то время. Вас эта участь не миновала. То есть... Нас эта участь не миновала, да. Но я помню, что... А мама у меня была портниха. Она, когда не работала, практически всю улицу всех соседок обшивала, поэтому деньги зарабатывала дома. Ну и, естественно, она могла своими руками шить. Я помню, что у меня был костюм волка. Значит, маску где-то взяли... Значит, что-то коричневое мама перелицевала, перешила, и я, в общем-то, был волком. Но самый яркий костюм, который я запомнил, значит, вы знаете, что женщины раньше ходили, были такие плюшевые жакеты, вот сейчас там разные куртки, модные и прочее, тогда же ничего не было, поэтому из плюшевой ткани шили такие курточки, ну, жакеты их называли. И вот мама с отцовской получки, помню, купила такой плюш, решила себе шить такой жакет, значит, но раскроила его так, что получились, значит, штаны для медведя, куртка и все. Получилось, что я стал плюшевым медведем. Нашли маску, я был плюшевым медведем. Вот это я вспоминаю часто, потому что, значит, мамы наши, значит, старались из подручных средств все-таки сделать так, чтобы мы почувствовали этот праздник. Это было нечто. Вот сегодня мы там, значит, каждый день видим фрукты, апельсины, мандарины. Но там же в подарке всегда были, во-первых, шоколадные конфеты, которых мы редко видели. Была обязательно мандаринка одна, а то и две, и грецкий орех. Вот. Зато незабываемый такой вкус. Подарок, когда получишь, было настоящее счастье. Сейчас вот его не ощущаешь, а раньше это было счастье. Конечно, я очень благодарен своим родителям, то, что вот они, значит, будучи сами такими тружениками, научили меня трудиться, приучили ценить многие вещи. И вот эти яркие впечатления детства, они, конечно, всегда... порождает теплые воспоминания о маме, значит, о моих родителях в целом. Михаил Васильевич, а что касается новогоднего стола? Вот новогодний стол – это тоже своеобразная традиция, да? Я как-то говорил о том, что у нас в семье, мы с семьей встречаем Новый год, всегда кто-то отвечает за конкретное блюдо, кто-то за селедку под шубой, кто-то за рыбу под маринадом. Я всегда готовил... Холодец, это, так сказать, была тоже традиция, но нынче, говорят, год быка холодец на стол ставить нельзя. Опасно. Да, поэтому я думаю, что я буду содействовать, конечно, там, приготовлению тех блюд, которые готовят дети и внуки. Значит, ну, не рискуйте, не да, надо. Да, значит, но, как обычно, соберемся за новогодним столом, и все, что будет на столе, это будет что-то приготовит внук, что-то внучка. Что-то приготовит дочь, что-то сын, что-то жена. Значит, будем отмечать Новый год, как обычно, значит, как принято. Михаил Васильевич, вот давайте вообразим на минуту буквально, что мы как раз сейчас за новогодним столом. И все вместе, всем Северским трубным заводом, всем городом. И, конечно же, как водится, все будут ждать каких-то особенных новогодних слов со стороны управляющего директора Северского трубного завода. Некое напутствие на 2021 год. Да, конечно. Я с удовольствием готов поздравить и заводчан, и горожан. Но что бы я пожелал? Вот... Все устали от той ситуации, в которой мы работаем сегодня, в которой живем. Поэтому первое пожелание – это, конечно, здоровье. Чтобы все мы пережили этот кризис мирового масштаба. Чтобы побороли, наконец, коронавирус. Но второе желание – вот к 75-летию как-то пресс-служба проводила конкурс слоганов, да?
и победил, насколько я помню, слоган «Живет завод, и год за годом, живет завод, и я с заводом». Да? Так вот, чтобы жил родной завод, и мы с заводом. Делали все то, что мы умеем делать, то, что нам позволяет создавать благо, то, что позволяет вести социальную политику, то, что обеспечивает благополучие наших заводов, наших семей. Поэтому здоровье и вот процветание нашему заводу. Михаил Васильевич, ну а я со стороны журналистов и, конечно же, всех зрителей нашей телекомпании поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю самого главного, конечно же, того самого здоровья, чтобы хватило сил эффективно управлять таким огромным и очень важным хозяйством. Спасибо. Я буду стараться. При такой серьезной работе уважаемых коллег, всего трудового коллектива, естественно, директор завода должен работать очень эффективно. Я буду стараться решать вопросы так, чтобы это ощущалось на успехах всего трудового коллектива. Спасибо. Спасибо.